Молочные реки, сырные берега. В Полоцке прошел праздник молока в краю молочного раздолья. Более 200 участников, представители 14 сельхозпредприятий Полоцкого района, собрались на празднике молока, чтобы обменяться опытом, поздравить победителя. По итогам первого полугодия лучший результат у филиала «Весна-Энерго» РУП «Витебск-Энерго». Молочного короля поздравили со всеми почестями. Директор предприятия Сергей Фомин поднял бокал с молоком за процветание молочной отрасли. Будьте здоровы! На здоровье всех! В роли молочного короля чувствую себя впервые. За счет чего получилось получить такой результат? Лично мое мнение, что за счет слаженного коллектива, его профессионализма, ну и за счет того, что он очень дружный. Поэтому у нас все получилось. Сегодня коллектив, весь коллектив, будь то зоотехник, будь то ветрач, инженер или тот же самый директор, все были нацелены на получение результата по этому молоку. Потому что за счет молока сегодня предприятия выплачивают заработную плату. Валовое производство молока в филиале «Весна-Энерго» РУП «Витебск-Энерго» составило 2618 тонн, 120% к уровню прошлого года. Здесь же и самые большие удои молока – 3701 килограмм. Это самый лучший показатель по всему району. Это праздник для и стимулирования, и хозяйства, и в первую очередь животноводов наших операторов машинного доения. Второе место по удоям молока заняло сельхозпредприятие «Близница». Тройку лидеров замкнуло предприятие «Полоцк Милк». На празднике наградили и лучших доярок. В рамках фестиваля прошли творческие презентации сельхозпредприятий, выставка-дегустация продукции Полоцкого молочного комбината. Гостей праздника радовали аниматоры, творческие коллективы полоцчины. Молока проходит в Полоцке уже четвертый год подряд на территории хозяйства победителя. Ранее он проходил в сельхозпредприятии «Близница». Любовь Савко, Александр Матюшенко, Саммит Плюс ТВ.